Сегодня хочу рассказать вам еще один рецепт приготовления драников. В составе нет ничего, кроме картофеля и лука, а также столовой ложки мюки. Драники самые настоящие, картофельные. Смотрим. Такие драники можно сделать на завтрак или просто для перекуса, когда хочется чего-нибудь эдакого. Мне они нравятся со сметаной, но любой соус с ними будет вкусен. В картофельном тесте нет яиц, поэтому блюдо можно приготовить и в пост. Пробуйте, удачи! Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Подготовьте продукты, сковороду, терку, и приступим. Картофель и лук натрите на крупной терке, перемешайте и отожмите максимально влагу. Некоторые хозяюшки оставляют стекать соком какое время, но тогда картофель потемнеет. Я предпочитаю делать быстро, чтобы сохранить аппетитный вид и цвет, поэтому хорошо руками отжимаю. Добавьте соль, по желанию перец черный, и муку. Перемешайте хорошо массу, она сухая. Разогрейте растительное масло и столовой ложкой выкладывайте картофельную массу. Формируйте круглые или овальные драники. Жарьте по 3-4 минуты с каждой стороны на среднем огне. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Снимайте драники со сковороды на бумажное полотенце, потом на тарелочку. Подавайте горячими со сметаной. Приятного аппетита! Вкуснее тем, кто подпишется. Продукты и их количество. Далее. Крупный картофель 5 штук, лук 1 штука, мука пшеничная 1 столовая ложка, соль, перец черный по вкусу, растительное масло 4-5 столовые ложек для жарки, количество порций 3. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Заходите снова.